В рамках августовской конференции в Усть-Каменогорске прошла работа секции для педагогов физкультуры под названием «Здоровая нация. Современные подходы к формированию физической культуры обучающихся организаций образования». Учителя общеобразовательных и спортивных школ, а также представители Министерства просвещения, опытные тренеры и педагоги-новаторы провели совместную плодотворную работу. В областном центре для учителей физической культуры прошли мастер-классы, в ходе которых коллеги могли обменяться опытом и изучить инновационные подходы ведения уроков физкультуры. Во время работы педагоги обменивались мнениями и обсуждали наилучшие способы привлечения подрастающего поколения к занятиям массовым спортом. Эксперты Национального научно-практического центра физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан, прибывшие в областной центр, отметили, что одним из решающих факторов в этой работе, конечно же, в первую очередь является наличие инфраструктуры и инвентаря. Для того, чтобы мы привлекали детей к занятиям массовым спортом, это в первую очередь мы должны создать условия для ребенка, обеспечить необходимой материально-технической базой, инвентарем. Также мы проводим работу с учителями физической культуры, работаем с федерациями, чтобы они помогали нам в плане помощи учителям проводить курсы повышения квалификации, потому что в любом спорте это нужны квалифицированные профессионалы своего дела. Немаловажным является вопрос повышения квалификации педагогов, методика ведения уроков, а также совершенствование системы внеклассных и внешкольных форм организации физического воспитания школьников. Эти и многие другие вопросы активно обсудили участники секции. У нас сегодня идут 3 секции. В 8-й секции у нас проходят мастер-классы, где учителя физической культуры именно касательно учебной программы показывают мастер-классы. Это гимнастика, волейбол, легкая атлетика. Также у нас проходит в 9-й секции работа с методистами. В завершении плодотворной работы были приняты рекомендации по результатам обсуждений секции. Анна Цепула, Райлы Нельметова, Казы, Тимур Отческий, Алтай Акпарат.